Следственному комитету России исполнилось 2 года. Как и коллеги по всей стране, ивановские следователи отмечают эту небольшую, но все-таки значимую дату. Поскольку ведомство вот уже несколько лет к прокуратуре не относится, то и форма с этого года у них своя. 9 января в управление пришло новое обмундирование. Основной цвет, как и у прокуроров, темно-синий. У парадной формы поменялись погоны. Раньше они были серебристо-зелеными. У нас именно золотые погоны. Этим мы существенно стали отличаться от своих близких, так скажем, собратьев, это откуда мы вышли, из тех органов, сотрудников органов прокуратуры. И у нас появилось еще существенное такое отличие сотрудника Следственного комитета – это эмблема. На правом рукаве в форме эмблема с изображением Георгия Победоносца, щита, на котором написано «Следственный комитет Российской Федерации». Впервые в этом году лучшие следователи получили нагрудный знак «Почетный сотрудник Следственного комитета России». Раньше такой награды не существовало. Вручали и благодарственные письма. Вот только не все получатели оказались в зале. Во вторник днем следственная группа работала на месте происшествия в советском районе города Иваново. Там утром на обочине дороги было обнаружено тело таксиста. После совершения преступления предполагаемый убийца покушался на жизнь еще 2 ивановцев. Это убийство, значит, таксиста и покушение на 2 лиц, совершенные все одним и тем же человеком в утреннее время. Все это, безусловно, заставляет нас быть в тонусе, всегда быть готовыми прийти и на помощь, что называется, и осуществить неотложные следственные действия. В тонусе следователи с самого начала года. За январь уже совершено несколько резонансных преступлений, в том числе убийство криминального авторитета на проспекте Строителей. Однако, как отмечают в Следственном комитете, показатели преступности в регионе пока не зашкаливают и прошлогодние цифры не превышают. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.